in learning isn't built overnight. It's nurtured every day with the help of amazing teachers and the hands-on STEAM learning tools of LEGO Education. Learning starts with confidence. Confidence starts with LEGO Education. I got it. Уважаемые коллеги, мы рады приветствовать всех на нашем мероприятии в рамках ММСУ 2020, часть 2, которое посвящено проблеме взаимоотношения воспитателей и родителей в новом формате. Сегодня участвуют в нашем обсуждении уважаемые спикеры Оксана Алексеевна Скоролупова, Ирина Анатольевна Бурлакова и Татьяна Викторовна Кротова. У нас сегодня с вами будет два мероприятия в 12 и в 13 часов, которые очень взаимосвязаны, потому что посвящены очень взаимосвязанным темам. Это темы взаимоотношений педагогов и родителей и развития профессиональной коммуникации в дошкольном образовании. А в настоящее время эти взаимоотношения приобретают совершенно новый характер. И мы эти проблемы уже поднимали в рамках первой части ММСО в апреле 2020 года. И отметили, что эти взаимоотношения буквально на наших глазах меняются. Собственно, эти взаимоотношения в каждый исторический период приобретают свой характер. А сегодня это видно особо остро. Уже всем стало очевидно, что для эффективного выстраивания взаимоотношений в новом формате педагогам нужны и новые компетенции, в том числе компетенции в области цифровой грамотности, в области выстраивания делового этикета, в том числе и при взаимоотношениях в сети, необходимо владеть какими-то определенными навыками, которые нужны именно сегодня, именно сейчас и так далее. И эти вопросы, которые были заданы нашими слушателями на предыдущей сессии, мы обобщили, и в сегодняшних выступлениях спикеров будут даны разъяснения по ряду данных вопросов. И, конечно же, наверное, самый волнующий вопрос сегодня всех – это вопрос, связанный с дистанционными технологиями, с дистанционными формами работы. О том, как будут выстраиваться взаимоотношения педагогов и детей, педагогов и родителей,
после окончания периода самоизоляции, будут ли работать детские сады в дистанционном режиме и так далее. Конечно, это самые такие животрепещущие острые вопросы. Но надо отметить, что президент Российской Федерации очень четко обозначил, что дистанционные формы ни в коем случае не заменят очной работы, но в отдельных случаях при необходимости они могут быть нужны и даже очень полезны для того, чтобы больше возможностей получили как дети, так и родители. И мы попросим поделиться своим видением проблемы работы детского сада в дистанционном режиме, рассказать о возможностях и необходимостях, когда становится необходимым такая работа, уважаемую Оксану Алексеевну Скоролупову. Оксана Алексеевна, вице-президент Института мобильных образовательных систем, советник генерального директора издательства «Бином. Лаборатория знаний», федеральный эксперт, член экспертного совета по дошкольному образованию Государственной Думы Российской Федерации. Оксана Алексеевна, вам слово. Спасибо большое, уважаемая Маргарита Юрьевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники нашего круглого стола. Вопрос о дистанционном режиме работы детского сада возник потому, что очень много вопросов как раз на первой сессии ММСО в апреле месяце было посвящено этой теме. Я вскользь коснулась возможности использования сетевого общения для выстраивания работы в период самоизоляции и карантина, и вопросы посыпались, что называется, вот как из рога изобилия. И для того, чтобы на эти вопросы ответить, мы как раз и одну из тем нашего сегодняшнего круглого стола определили как дистанционную работу детского сада, работу в дистанционном режиме и когда это становится необходимо. Я очень надеюсь, что после того, как мое выступление подойдет к концу, мы с вами сможем вместе ответить на этот самый вопрос. А для начала давайте-ка попытаемся определиться в понятиях, что же это такое дистанционный режим работы детского сада. Существует очный режим работы, когда дети находятся в группе, когда воспитатель непосредственно взаимодействует с детьми. В традиционных формах детской деятельности организует эту деятельность и через организацию разнообразной детской деятельности осуществляет реализацию образовательной программы, создает условия для того, чтобы дети усваивали содержание дошкольного образования. И существует еще дистанционный режим работы. Он актуален в тех случаях, когда дети не могут по каким-либо причинам находиться в группе детского сада. И эти причины не обязательно вызваны какими-то форс-мажорными, экстремальными обстоятельствами, как это произошло у нас в прошедшие 2 месяца. Ребенок может, один из детей, несколько детей из всей большой группы детского сада могут не посещать детский сад по болезни, потому что они в данный момент находятся, в отпуске вместе со своими родителями, потому что приехала любимая бабушка, и ребенок в течение 2 недель не ходит в детский сад. Но это не значит, что ребенок в это время не может и не должен осваивать образовательную программу. Это не значит, что мы должны махнуть рукой, мы, педагоги, должны махнуть рукой на этого ребенка и сказать: ну, не хочешь ходить в детский сад, все, значит, он вот эти 2 темы никак не освоит, не пройдет и прочее, прочее, прочее. Получается, что дистанционный режим работы и очный режим работы, они не противоречат друг другу. Они могут друг друга дополнять. Но, конечно, мы говорим о том, что они не взаимозаменяют друг друга. Безусловно, перейти полностью детскому саду на дистанционный режим работы логично будет только тогда, когда это вызвано действительно какими-то экстремальными форс-мажорными обстоятельствами, которые у нас могли сложиться
в эту неделю. И еще на прошлом круглом столе мы как раз говорили, и Маргарита Юрьевна это подчеркнула сейчас в вступительном слове, что да, необходимы педагогу новые компетенции. И свои предложения по развитию педагогических компетенций по результатам первой сессии ММСО в апреле мы уже внесли в решение, можно так сказать, ММСО, и эти решения были направлены и в Минпросвещение, и в другие федеральные органы исполнительной власти для того, чтобы в профстандарте эти новые компетенции педагогов тоже были учтены. Но что еще очень важно? Эти компетенции педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций, органов управления дошкольным образованием муниципального и регионального уровня, они должны также подкрепляться компетенциями по грамотному выбору тех цифровых образовательных ресурсов и тех цифровых платформ, на базе которых будет строиться дистанционный или, может быть, реализован дистанционный режим работы детского сада. Тем более, что это отвечает тем стратегическим направлениям в развитии образования, которые были установлены указом президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития. Указ, который Владимир Владимирович Путин подписал сразу же после инаугурации и вступления в должность президента. Во всех сферах социально-экономической жизни этим указом определены стратегические направления развития, в том числе и в образовании. И обратите, пожалуйста, внимание. Одна из стратегических задач в сфере образования касается создания безопасной цифровой образовательной среды, которая обеспечивает высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Коллеги, я недаром здесь акцентирую ваше внимание на слове «уровней». Мы с вами уровень образования, следовательно, решение этой задачи касается и нас тоже. И задуматься об этом нужно было еще 2 года назад, но и сейчас еще, в принципе, не поздно. Я хотела продемонстрировать возможности только одной системы по выстраиванию взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста. Эта система называется «Мобильное электронное образование. Детский сад». Она объединяет, это цифровая платформа, которая объединяет развивающий контент, то есть содержание, которое мы даем детям, и элементы управления образовательным процессом. В том числе в этой системе есть инструменты для построения как раз вот этого взаимодействия семьями наших воспитанников, через личное сообщение, когда родитель может к воспитателю или к любому специалисту детского сада обратиться с конфиденциальным вопросом и быть уверенным в том, что этот вопрос действительно останется конфиденциальным. Видеоконференции, которые позволяют и онлайн-родительские собрания проводить, и небольшие рабочие встречи с родительским активом, с родительским комитетом и так далее. А вот для индивидуализации дошкольного образования здесь предусмотрены такие инструменты, как матрица назначения заданий. А теперь посмотрите, в нижней строке показан личный кабинет ученика, ребенка, который тоже подключен к этой системе. Вверху воспитатель, педагог, а внизу ребенок. И у ребенка тоже есть система видеоконференции, система личных сообщений, цифровое портфолио, и индивидуальная образовательная траектория. Вот она, реализация еще и принципа индивидуализации дошкольного образования через взаимодействие с семьей. Я ни в коем случае не претендую на то, чтобы рекламировать сейчас все достоинства этой цифровой образовательной платформы, тем более, что я оставлю ссылки, по которым вы сможете действительно поподробнее о ней узнать. Но мы всегда должны понимать, что взаимодействие с родителями нам необходимо в дистанционном режиме работы детского сада еще больше, чем в очном режиме. Поскольку в дистанционном режиме педагог, не имея возможности взаимодействовать с ребенком непосредственно, нуждается в каком-то посреднике. И этим посредником как раз выступает родитель. Взрослый человек,
который помогает ребенку через компьютер общаться с педагогом и помогает ребенку получать дошкольное образование, ну, практически так же эффективно, как он его получает в группе детского сада. Это решает сразу две задачи: и повышение родительских компетенций наших родителей, и опять-таки возможность реализации образовательного процесса с детьми в дистанционном режиме. Даже если мы не ставим перед собой задачу включить какую-то платформу и работать с этой платформой, мы тем не менее можем уже сейчас работать с теми инструментами, которые доступны практически любому детскому саду. Ну, например, самый простой путь взаимодействия с родителями в дистанционном режиме работы детского сада – это рассылки по электронной почте, взаимодействие с помощью электронной почты, когда мы составляем рекомендации, и эти рекомендации верно у нас уходят к нашим родителям детей дошкольного возраста. Есть ряд положений, которые касаются того, как составить эффективные рекомендации, чтобы они действительно работали для развития ребенка, и чтобы родители к ним прислушивались. Это и краткость, это и очень четкая привязка к практической деятельности, и прежде всего направленность на то, чтобы родители выстраивали взаимодействие со своими детьми. Вот здесь небольшой слайд, так вот, вы знаете, как вступление определенное, да? Мама дома, мамы нет. Мама вышла в интернет. Мама смотрит в интернете, как дела на белом свете. Кофе пьет, сами водит. Что там в мире происходит? Мама, я тебе скажу. В мире я происхожу. И как раз вот в условиях карантина и самоизоляции, когда многие родители вынуждены были работать на удаленке, эти рекомендации для многих детских садов и для многих родителей детей дошкольного возраста стали действительно большим подспорьем, когда родители немножечко развернулись все-таки к своим детям и стали прислушиваться к нам, педагогам. Мы уже говорили, опять-таки, про то, что новый формат взаимодействия воспитателей и родителей требует новых профессиональных компетенций. И когда мы обсуждали это в рамках нашего экспертного совета, и Ирина Анатольевна, и Маргарита Юрьевна могут это подтвердить, поскольку они входят в этот экспертный совет, я уже получила отклик от своих коллег о том, что педагогические колледжи и педагогические вузы готовы создать определенное сетевое сообщество, которое бы озаботилось этими вопросами создания новых программ образовательных для развития цифровых компетенций воспитателя, в том числе взаимодействия с родителями в цифровом формате. И следует еще отметить, еще одна небольшая заметка в самом конце выступления. Вот те ссылки, которые я обещала. Следует отметить, что дистанционный формат взаимодействия с родителями, он более востребован бывает сейчас множеством наших родителей, большей их частью, молодыми семьями. Поскольку и наши родители нацелены прежде всего на взаимодействие в сети. Прежде чем они начнут общаться с педагогом глаза в глаза в режиме реального времени, они сначала хотят взаимодействовать и готовы больше взаимодействовать именно через сетевые ресурсы, именно дистанционно. И мы обязательно должны это помнить. Это вот такой ключик, такой подход к родителям, через который мы можем сделать их быстрее своими союзниками, чем будем хватать их за руки. Вот он пришел в детский сад, а мы его хватим за руку и давай с ним взаимодействовать. Или он торопится домой, забирает ребенка с участка, а мы опять его схватили за полу одежды и давай с ним взаимодействовать. То есть для всего нужно свое время. Для всего нужно свое время и место, и мы предлагаем педагогам помнить об этом и действительно попытаться выстроить очень хороший режим взаимодействия, в том числе с помощью дистанционных технологий. А теперь в заключение давайте, уважаемые коллеги, попробуем ответить на вопрос. Когда необходим дистанционный режим работы детского сада? Я думаю, что он необходим всегда. Он необходим всегда и не только в чрезвычайных обстоятельствах, когда дети не могут посещать детский сад.
потому что он помогает нам выстроить эффективное взаимодействие как раз с семьями наших воспитанников и сделать их нашими союзниками. Большое спасибо за внимание. Я передаю слово следующему нашему спикеру. Уважаемая Оксана Алексеевна, спасибо огромное, очень интересно, очень четко и очень наглядно вы показали действительно возможности и необходимость такой дистанционной работы сегодня. И действительно, дистанционная работа, она не заменяет, а очень гармонично дополняет очную работу и может быть очень эффективна. А для того, чтобы эту работу осуществлять, конечно же, нужны педагогам новые компетенции. Оксана Алексеевна, ну, сразу живой отклик на ваше выступление. Наши участники задают вопросы, ну, можно их сгруппировать вот по двум направлениям. А, ну, наверное, на первый вы отчасти уже ответили. Это как сделать так, чтобы родители всерьез воспринимали такое взаимодействие в дистанционном формате, что педагоги в большей степени готовы, но не всегда готовы к этому родители, считают наши участники. И второй вопрос: как должна быть организована дистанционная работа с детьми с ОВЗ? Вот если можно, кратко, ваше видение. Опять-таки отвечу, уважаемые коллеги, родители еще больше готовы к дистанционному общению с нами, чем к очному общению. Это доказывает опыт многих детских садов, с которыми мы взаимодействуем в построении цифровой, безопасной и доступной цифровой образовательной среды. Причем это делается не только, вот я вам назвала инструмент, да, интерактивная образовательная система МЭО «Детский сад». Это не делается не только с его помощью, это можно делать и с помощью других инструментов. А то, что касается детей с ОВЗ, то здесь как раз очень хороши вот эти технологии дистанционного общения, поскольку они позволяют нам в полной мере, гораздо более полной мере реализовать принцип индивидуализации дошкольного образования, осуществление индивидуального подхода к ребенку, имеющего какие-то проблемы в развитии, через взаимодействие с семьей. В группе у нас не всегда может быть на это время педагогу, который очно взаимодействует с этими детьми. А вот через эффективное общение с родителями мы гораздо лучше можем помочь этому ребенку для того, чтобы компенсировать сложности в его развитии. Это действительно очень хороший инструмент взаимодействия с семьей. И здесь как раз очень важно, чтобы это дистанционное взаимодействие было очень адресным. Одному ребенку мы даем такие-то рекомендации, другому ребенку такие-то рекомендации. Поэтому здесь мы об этом будем говорить на следующем нашем круглом столе. Очень важно эффективное сетевое взаимодействие всех педагогов, которые трудятся на благо данному ребенку. Это еще один аспект, почему нам необходимо еще один аспект необходимости внедрения и создание в дошкольных организациях цифровой образовательной среды. Наладить взаимодействие не только с семьями, но и внутри коллектива, с привлечением еще и педагогических работников извне, из тех же ПМПК, если речь идет о детях с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты тоже могут принять участие в этой профессиональной коммуникации. Но об этом мы уже более подробно скажем буквально через... Спасибо большое. Достаточно полно вы ответили. Извините. Дорогие коллеги, действительно, дистанционные технологии, они входят в нашу жизнь. Мы видим их плюсы, мы видим, как они могут нам помочь в нашей обычной текущей работе, плюс в каких-то экстремальных ситуациях, да. И сегодня я хочу сказать, что больше и больше обращается и практиков, и исследователей к этой проблеме, и в настоящее время факультет дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета начал проект
по изучению мнения педагогов о проблемах и перспективах смешанного обучения. Такой термин уже сейчас используется, но применительно к дошкольному образованию речь, конечно же, идет о дистанционных формах и технологиях. И об этом в нашем следующем включении в 13 часов расскажет нам подробно и интересно Татьяна Викторовна Кротова. Ну, а сейчас мы продолжаем разговор о новых компетенциях, которыми необходимо владеть современному педагогу для того, чтобы эффективно, успешно выстраивать взаимоотношения с родителями. И мы предлагаем рассказать о том, какие же новые сейчас компетенции в 21 веке необходимы, ну, наверное, всем людям, а педагогам в особенности. И просим об этом рассказать Татьяну Викторовну Кротову, доцента кафедры дошкольной педагогики, факультета дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, члена координационной группы по вопросам дошкольного образования Министерства просвещения. Татьяна Викторовна, вам слово. Уважаемая Маргарита Юрьевна, спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. На самом деле вопрос взаимодействия педагога и родителей – это вопрос уже не одно десятилетие, который стоит достаточно остро. Представляете, я сама занимаюсь этим вопросом 20 лет, и в течение всех этих 20 лет слышу от педагогов, в общем-то, одно мнение, которое выражается по-разному, но суть его тоже в том, что найти возможность контакта с ребенком я всегда смогу. Как найти эту возможность контакта с родителем, к сожалению, у меня возникают затруднения. Многие педагоги действительно испытывают подобного рода затруднения. Если мы обратимся к современной ситуации, к 21 веку, в котором мы живем, то тут, конечно, возникает множество интересных дилемм и вопросов. Во-первых, мы говорим о том, что современный родитель, он достаточно сильно отличается от родителей прошлых лет. И современный родитель – это действительно во многом родитель цифрового поколения. Это родитель, вот, ориентированный на цифровую среду. Более того, достаточно информированный человек, да, и иногда мнение педагога воспринимающий немножечко под вопросом, исходя из того, что он уже читал, что было известно и так далее. И тоже отвечаю на вопрос, который был задан в прошлый раз в этой секции, когда говорили, что хорошо, есть навыки, есть компетенции, есть профессиональные дефициты, а кто должен это выделять, вычленять, каким образом мы должны об этом узнавать. На самом деле, работает то самое замечательное правило психологии – начни с себя. То есть прежде всего сам педагог обращает внимание на то, какие компетенции есть и какие дефициты сформированы. Дело в том, что очень часто мы продолжаем общаться по модели, которая уже давно устарела. Когда мы используем монолог вместо диалога, а аналогичную речь родитель современный еще менее готов слышать, чем родитель каких-то прошлых лет, да? Когда у нас возникает специфика восприятия. И очень часто, опять же, педагогов можно слышать интересные фразы, когда он лично начинает включаться, говорит, что родители не хотят воспитывать детей, родители как-то не так относятся к детям, да, возникает некая конкурентная позиция. Очень под моментов, которые возникают, просто-напросто препятствуют. Более того, очень часто мы оказываемся в ситуации эмоционального захвата, и когда специалисты говорят о групповой коммуникации, мы говорим прежде всего про эмоциональный интеллект и способность понять испытываемые эмоции. Очень часто мы не соотносим ту цель, которую хотим реализовать, с теми действиями, которые делаем. В связи с этим перед нами стоит вопрос перевода самих себя, потому что прежде всего это зависит от каждого, на совершенно новую, совершенно новые взгляды по взаимодействию и формирование тех навыков, которые мы называем компетенциями 21 века. Все это навыки коммуникации и командной работы. Дело в том, что и педагоги внутри организации, и родители – это единая команда, которая решает, в общем-то, одну очень важную цель – сделать детство ребенка счастливым. Помочь ему развить весь тот потенциал, который в него заложен, создать наиболее максимальные условия. Но при этом очень важно понимать, что да, мы отдаем приоритет родителям, и это прописано в
нормативных документах, а мы действительно помогаем родителю наиболее максимально возможными эффективными способами. Это и навыки цифровые, которые нам абсолютно четко необходимы. Действительно, об этом чуть подробнее еще и на следующей секции будем говорить. И уже сейчас сказали, без которых сложно войти в современный мир. Это и навыки абсолютно творческие. С одной стороны, профессия педагога творческая, да, и без этого нельзя. Но очень часто этот творческий компонент уходит из взаимодействия с родителями, уступая место формализму. Я попрошу переключить следующий слайд. И когда мы говорим о взаимодействии с родителями, есть очень такой важный момент, что фактически взаимодействие с родителями – это сквозная компетенция, которая происходит через всю деятельность педагога. Что на сегодняшний момент от нас требуется? Да? Это очень широкий кругозор и мультикультурность. Дело в том, что как и дети, так и родители задают нам очень разные вопросы. Есть ожидания нашего профессионализма. Очень важно этот момент, соответственно, реализовывать, иметь возможность, если не дать прямой ответ, то направить родителя к тому источнику информации, где он сумеет найти для себя ответ верифицированный, то есть достоверный ответ. Здесь же очень важно устраивать командную работу и понимать, почему мы говорим про новые термины. Мы говорим о сотрудничестве сегодня с родителями, как некоем таком высшем типе взаимодействия, потому что когда сотрудничают, то есть принятие другого таким, какой он есть. Есть принятие того, что у каждого из нас есть сильные и слабые стороны, и мы принимаем, учитывая эти стороны, и направляем их на результат единой цели, того самого счастливого детства, которое, в общем-то, важно для каждого, и родителя, и для педагога. Интересно, кстати, такой момент, который проводили исследователи-социологи, говоря о ценностной системе родителей, ценностной системе педагогов. Дело в том, что и у тех, у других в центре стоит ценность именно ребенок, но у родителей свой собственный, а у педагогов, у детей, которых он воспитывает, даже при разнице ценностных ориентаций, по сути своей нацелены мы на одно и то же. Я прошу переключить. Еще и следующий слайд. Поэтому вопрос о профессиональных дефицитах, об их восполнении и о том, каким образом сделать взаимодействие с родителями эффективным, прежде всего начинается с самого себя и с попытки взглянуть на свою деятельность немножко другими глазами, немножко абстрагироваться и со стороны. Потому что если вдруг есть какая-то сложность, то, соответственно, прежде всего нужно задать вопрос, что делаю я? Компетентность педагога – это то образование, которое никогда не стоит на месте. Оно либо развивается, либо падает. Поэтому задача постоянно развивать те новые навыки, которые существуют. Кстати, наш факультет, факультет дошкольной педагогики и психологии МПГУ, тоже в рамках реализации и основных программ, и дополнительных программ также акцентируется на вопрос именно навыков профессиональной коммуникации, навыков эффективного взаимодействия именно с родителями воспитанниками. Для того, чтобы помочь педагогу, да, осознавшему вот этот свой профессиональный дефицит, прийти и развить необходимые навыки. Вот эти самые навыки, как называют трудные, гибкие навыки, навыки, обеспечивающие эффект. То есть не только четко, жесткие, профессиональные, да, я знаю методику, я знаю форму взаимодействия с родителями, я знаю методы активизации, но при этом это еще ничего не работает. Да? А как это достаточно гибко применять и как достаточно гибко коммуницировать. Вот это вот очень значимый вопрос, который сегодня стоит. И получив ответ себе, задав, точнее говоря, себе вопрос, что же у меня хорошо, что же у меня не очень хорошо, что бы я хотел улучшить, каждый педагог, в общем-то, я на это нацеливаю, да, потому что, мне кажется, педагогическая профессия, профессия, где я всегда расту, это как раз профессия однозначно и 21-го, и 22-го века, нам работать над собой. Я понимаю, что, наверное, вызову какие-то, может быть, не самые добрые чувства и комментарии, потому что всегда есть большое желание получить готовый рецепт. И вопросы ваши, уважаемые коллеги, очень часто были направлены на это. Скажите как, скажите конкретно. Но готовых рецептов не существует. Это тоже навык 21 века. Критически осмыслить, гибко преломить и творчески реализовать те идеи, которые существуют, которые витают в нашем
общем информационном поле, да, в общем информационном пространстве, которое есть. Каждый под себя подстраивает то, что уже наработано. Для одного этот рецепт хорош, для другого нет. Когда прошу рецептом, фактически я распутываюсь в выученной беспомощности, да, в таком извечном вопросе, кто виноват, и второй вечный вопрос, что делать. Вот на самом деле никто не виноват, да. А делать-то как раз нужно. Нужно заниматься собой, нужно акцентироваться на новых тенденциях, новых веяниях, и нужно обязательно идти вперед. Вот на этом я, наверное, завершу и передам слово выступающему. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Мы благодарим вас за выступление. Но, уважаемые коллеги, как я и сказала в самом начале, наши спикеры постарались учесть те вопросы, которые были заданы в рамках первой части ММСО в апреле, и в своих выступлениях дать по ним разъяснения, фактически ответы на вопросы. Поэтому спасибо большое. И, конечно, Татьяна Викторовна затронула очень важную тему о тех качествах, которые необходимы сегодня педагогу. И, наверное, сегодня они необходимы, мне кажется, ну, наверное, во всех областях, да, жизни, деятельности человека, а уж педагогу, наверное, в большей степени. Это действительно так. Поэтому нам всем этими качествами необходимо овладевать, их развивать, да, для того, чтобы нам всем вместе успешно коммуницировать, работать и достигать нужных результатов. Уважаемые коллеги, мы все знаем, что взаимоотношения педагогов и родителей всегда строятся непросто во все времена. И, конечно же, в этих взаимоотношениях бывают конфликты. И вот как строить взаимоотношения таким образом, чтобы стараться избегать этих конфликтов? Возможно ли это? И как можно научиться грамотно, правильно, профессионально договариваться? Об этом мы попросим рассказать уважаемую Ирину Анатольевну Бурлакову, заведующую кафедрой дошкольной педагогики и психологии факультета психологии и образования Московского государственного психолого-педагогического университета, федерального эксперта. У нас сегодня несколько федеральных экспертов, члена экспертного совета по дошкольному образованию Государственной Думы Российской Федерации. Ирина Анатольевна, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Маргарита Юрьевна. Такие авансы со мной связали. Постараюсь хотя бы часть этих авансов. Действительно, вы знаете, вопросы, которые были в части, они заставили немножечко по-другому смотреть на эту довольно сложную область работы педагога. Мы с нашими преподавателями, которые занимаются этими проблемами, даже обсуждали какие-то моменты. И я хочу вам предложить, участники, наверное, необычные, ну, по крайней мере, я не... Мне кажется, что наши рассуждения с коллегами привели нас не только к новым темам исследования, да, этой области, но и попробовали мы вывести из анализа практики исследований некоторые вот как раз универсальные рекомендации. И заодно этот материал мы постарались в него поместить ответы на вопросы, которые были после первой части. Может быть, не в прямой форме, но мы учли практически все вопросы. Безусловно, поскольку образовательные отношения – это прежде всего отношения людьми без конфликта, без конфликтных отношений – осуществлять эту взаимодействие с родителями или с коллегами бывает довольно сложно, потому что каждый человек несет с собой свои интересы, цели, какие-то мнения, взгляды. И очень создать условия в детском саду, максимально обеспечивающие как бы бесконфликтную ситуацию. То есть совсем исключить конфликты невозможно, но попробовать избежать этих ситуаций
мне кажется, что вполне возможно. И я предлагаю посмотреть на ситуацию взаимодействия педагога с родителями немножечко с другой стороны. Основной посыл, который был таким источником наших развлечений, это то, что много уже наработано педагогами. Невероятно много усилий. Сделано очень много работы, чтобы разработать какие-то эффективные, увлекательные способы, средства, методы вовлечения родителей. Но всегда и до сих пор, вот предыдущий спикер сказал, думаю, что это такая общераспространенная точка зрения, все равно это проблемная сфера, сфера взаимодействия с родителями. Такое остается. Почему все время есть некоторая тревога и боязнь, что что-то не получится, что родители не пойдут. Вот мне показалось, что на эту ситуацию лучше посмотреть глазами родителя, ну или бабушки, как вам будет ближе и интереснее. И мне кажется, что вся работа по взаимодействию с родителями, можно ее разделить условно, так как она строится в садах, на три уровня. На нормативный уровень, который фиксируется в договоре с родителями и который основывается на нормативных и законодательных документах. Второй уровень – профессиональный. Безусловно, здесь есть какие-то моменты, где это фиксируется и отражается. Сегодня много говорили о материалах для родителей, какие-то консультации, собрания. То есть некоторые материалы, которые являются результатом разных форм взаимодействия. И еще есть личностный уровень построения взаимодействия с родителями, о котором мы поговорим чуть позже. В первую очередь я хотела бы остановиться на нормативном уровне, и мне кажется, что мы с вами очень недооцениваем этот уровень, потому что вот эта опасность возникновения конфликтов, прояснение отношений и всего прочего, можно избежать в большей части. Если мы с вами составили договор с детским садом, да, я говорю от родителей, который не только отражает нормативные какие-то и законодательные позиции, но и делает этот договор прозрачным для родителя, который приводит ребенка в детский сад. Я по договору должна понимать, как родитель, что я обязана делать, какие у меня есть права, и что должен делать детский сад, как он будет мне обеспечивать то, зачем я пришла с ребенком в детский сад. Вот здесь вы видите на этом слайде, да, что со детского сада детский сад должен предлагать такую профессиональную деятельность педагога, что должна быть работа в соответствии с программой. У меня в связи с этим короткий вопрос, уважаемые слушатели. Насколько родители хорошо знают договор, который они подписывают, кстати, да? Насколько они в связи с этим договором знают о своих правах и обязанностях? Насколько они понимают, что в этой ситуации может и должен делать детский сад? И вот эта ситуация, которая сейчас у нас, она делает необходимой еще в большей степени усилить внимание к содержанию договора, который заключается с детским садом. Потому что, извините, родители работают, у них нет времени в силу объективных обстоятельств уделять столько иногда времени, сколько просит для этого детский сад. Посмотрите по законодательству, да, родители обязаны обеспечить получение детьми образования. И, собственно, для этого он приводит, я привожу как родитель, ребенка в детский сад. И по сути, может быть, эта идея вызовет какие-то возмущения, но по сути он нам передает часть своих функций и задач, которые мы принимаем на себя, чтобы их выполнить.
Вот мы должны по законодательству, да, обеспечить развитие ребенка, подготовить его к школе, да, укрепить его здоровье. И, собственно, это ожидает взрослый, который ребенка в детский сад от этого учреждения. И вот привлечение родителей к детскому, к тому, что происходит в детском саду, оно, безусловно, не должно быть таким принудительным. Это предмет нашего с ними договора. Он приходит. Не мы его втаскиваем, а он приходит. И поэтому в договоре, в самом летели договора, либо в приложениях, мне кажется, что чтобы избежать какие-то моменты сложные, предвещающие конфликтные ситуации, моменты вот эти, что должен делать родитель, что будет, если он не будет какие-то вещи делать, к чему все повлечет, тем более, если сейчас такую уже скорость набирает дистанционные формы взаимодействия. Ну, вот в силу ограниченности своего времени, я помню, в прошлый раз я перемея, на этом, наверное, уровень только обозначу. Перейду к профессиональному уровню. Кстати, да, если будет проработан достаточно нормативный уровень, мне кажется, что здесь за ответственность того, что происходит с детьми, будет еще разделять и руководство детского сада. Не только один воспитатель будет отвечать за то, что происходит, за ту ситуацию, которая может привести к конфликту. Второй очень важный профессиональный уровень, о нем много говорили предыдущие выступающие, это, конечно, профессиональный уровень педагога. И педагог здесь должен удерживать свою профессиональную позицию, и он должен поддерживать семью. И вот здесь, к сожалению, не тот формат, мы с вами не можем долго говорить о том, что означают термины, которые характеризуют взаимодействие педагога и семьи, помощь ли это, поддержка, сотрудничество и партнерство. Вот это все должно быть заложено в договоре и в том, как взаимодействует педагог с учителем. И мне кажется, что вот эти проблемы, которые возникают между родителями и детским садом, связаны с тем, что педагоги все свои задачи или большую свою часть задач хотят делить с родителями. И происходит углубление тех задач, которые выполняют педагоги и которые возлагают на родителей. Как вы понимаете, это неправильно. Еще раз повторю, родители привели нам детей, передавая свои какие-то функции. А во-вторых, у них просто нет такой возможности ни объективно по времени, ни профессионально, они не все педагоги и психологи. И в нашем опыте, вот мне хочется, чтобы мы как всегда обращались к тому, что было в нашей жизни, в нашем опыте, в практике дошкольного образования. Хочется остановиться, просто указать на программу, которая пыталась это решить. Это программа «Из детства в отрочество», да, которая как раз и ставила задачу налаживания вот этой преемственности между детским садом и семьей, когда было разделение задач между родителями и педагогами и отдавание родителям тех задач, в силу разных чин не может выполнить детский сад. И мне кажется, что это еще одна вещь из профессионального уровня, которая должна быть отражена в договоре. Иначе родители нас не поймут, иначе родители будут говорить то, что они иногда нелицеприятно очень говорят о детском садике. И получается, что каждый вклад каждого, да, детского сада, специалистов и воспитателей, и родителей, будет как раз вкладом в общее дело, и из этого сложится целостное, то, что мы называем развитие ребенка. Таким образом, для того, чтобы каким-то воспользоваться инструментом, который избежать большую часть конфликтов, мне кажется, что в договоре нужно обязательно отражать предмет более подробно и более тщательно, чтобы все как бы точки над «и» и для родителей, и для педагогов были расставлены.
То есть это нормативный профессиональный уровень, который должен быть отражен и закреплен. Потому что подпись родителя, вы знаете, особенно когда возникают серьезные конфликтные ситуации, подпись родителя под определенными договоренностями имеет большое значение. Ну и плюс ко всему, это дает возможность и родителям осознать то, что ему необходимо будет выполнять. Не отдает ребенка, что это не просто передача ребенка, да, но это не снимает с него определенных обязательств. А вот личностный уровень, мне кажется, он очень мешает взаимодействию с семьей, потому что основания другие, совершенно мешает объективной оценке ребенка, совершенно мешает выбору определенных оптимальных стратегий взаимодействия с педагогами. И мне кажется, что профессиональная позиция педагога, она все-таки должна заключаться в том, что педагог взаимодействует с родителями, прошу прощения, только по поводу воспитания и развития детей. Если вас чем-то не устраивает лично родитель, то это дело второе, после ребенка. И я думаю, что с родителями здесь поможет только опять профессиональный уровень педагога, который будет некоторым примером, так же, как и для детей, простите, пожалуйста, как нужно общаться, как нужно писать грамотно или безграмотно, да, как нужно взаимодействовать с детьми. А личностный уровень крайне негативно может сказаться на всем взаимодействии детского сада с родителями. Ну, вот, наверное, я обозначу какие-то моменты, закончу свое выступление. Мне кажется, что в нашем обсуждении с моими коллегами, мы попробовали найти вот такую универсальную вещь, которая позволит сохранить педагогический процесс, уберечь его от конфликтных ситуаций в большей степени. Это не панацея, но отчасти конфликтных ситуаций это может оберечь детский сад. Спасибо за внимание. Если вы готовы, буду ответить. Спасибо большое, Ирина Анатольевна. Очень интересно. Ирина Анатольевна обозначила, выделила уровни взаимоотношения с родителями: нормативный, профессиональный, личностный, обозначила такой важный вектор взаимоотношений с родителями как договорной. Конечно, это очень интересно. Ирина Анатольевна, поступили вопросы, но у нас остается буквально пара минут до выхода из эфира, и я анонсировала в начале нашего мероприятия возможность участвовать в дискуссии на протяжении 2 часов. Уважаемые коллеги, в 13 часов мы снова выйдем в эфир, и я думаю, что, может быть, мы кратко постараемся ответить на те вопросы, которые сейчас были заданы. А сейчас я хотела бы обозначить коротко те тезисы, которые прозвучали, ну, отдельные из них, которые прозвучали в выступлениях наших уважаемых спикеров. Это необходимость уточнения понятия дистанционный режим работы детского сада. Есть разночтение, да, нужно определиться, что это. Взаимодействие с родителями, мы выяснили, в дистанционном режиме возможно, а иногда и даже более эффективно. И для того, чтобы выстраивать конструктивные эти взаимоотношения, необходимо овладевать педагогом новыми компетенциями, в том числе инструментарием определенным и для работы в цифровой среде образовательной, и для овладения новыми гибкими навыками, о которых сегодня все говорят. И акцент во взаимодействии с родителями необходимо ставить именно на то, как родителям построить взаимоотношения со своим ребенком. Также мы рассмотрели возможность использования цифровой среды
может быть, по типу МЭШ, да, это электронная система детского сада, да, очень интересно об этом нам рассказала сегодня Оксана Алексеевна, тоже интересное направление. И еще раз хочу подчеркнуть, Оксана Алексеевна тоже об этом говорила, все, что наши спикеры сегодня обозначили, подчеркивали, на что обращали внимание в плане формирования новых компетенций, мы уже предлагали в апреле месяце в части первой МСО. И еще раз на это хотим обратить внимание, что можно и, наверное, было бы правильно рассмотреть вопрос о включении в проект профессионального стандарта педагог дошкольного образования этих новых компетенций. Уважаемые коллеги, мы благодарим всех наших спикеров, мы благодарим всех участников, а особенно активных участников, которые задавали нам вопросы. Мы также благодарим нашего модератора чата, у нас есть модератор чата, Осиненко Мария Владимировна, старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики, факультета дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета. Сейчас мы ненадолго с вами прощаемся, делаем перерыв до 13:00, а в 13:00 мы продолжим разговор о развитии профессиональной коммуникации. Ждем вас в этом же зале, в зале Пестолоса в 13:00.